очень люблю. Приветик, мои хорошие! Сегодня такой замечательный праздник, и хочется сказать слова благодарности всем мамам, которые дарят детям любовь, заботу и нежность. Мама – это самое первое и самое прекрасное слово, которое произносит человек, и оно звучит одинаково нежно на всех языках мира. Что бы мы ни делали, вы нас всегда поддержите, и даже если мы в чем-то не идеальны, вы нас все равно любите, такие, какие мы есть. Говорите мамам чаще, как сильно вы их любите. Ведь пока у вас есть мама, вы под надежной защитой. Всем беременным девушкам хочется пожелать здорового ребеночка. Когда женщина становится мамой, она открывает в себе такие замечательные качества, как любовь, забота и нежность. Я ровно год не видела свою маму. Я знаю, что она обязательно будет смотреть это видео. Мамуль, ну ты ведь знаешь, что так не бывает на свете, чтобы были потеряны дети. Я еще позвоню тебе сегодня и скажу, как сильно я тебя люблю. Не забудьте поздравить своих мам. Всех еще раз с праздником. Всем удачного дня. Дорогие девушки, женщины, мамы, вот и настал ваш официальный день, День мамы. И мы спешим поздравить вас с этим замечательным праздником. Мы желаем вам счастья, здоровья, улыбок, хорошего настроения и хотим поблагодарить вас за всю ту ласку, заботу, любовь, которую вы нам дали. Спасибо за то, что были с нами, когда мы в вас так нуждались. Еще раз спасибо и с вашим праздником вас! Дорогие и уважаемые мамы, мамочки, мамулечки, а также будущие мамочки, сегодня мне бы хотелось поздравить вас с таким замечательным днем, как Международным днем матери. Мне бы хотелось пожелать вам всего самого-самого наилучшего, самого прекрасного, самого чистого, солнечного, душистого, пушистого, что ни на есть в нашем мире. Желаю также вашим деткам, чтобы они росли умненькими, здоровенькими, красивенькими, и чтобы всегда слушали своих родителей, не были вредненькими. А также вам, дорогие мамочки, мне бы хотелось пожелать, чтобы вы всегда оставались такими же красивыми, такими же ухоженными, такими же любимыми вашими детьми, и не только вашими детьми, а всеми вашими близкими и родными. А также любите своих мам, потому что мама – это, наверное, самый дорогой и самый близкий человек, который сопровождает нас всю нашу жизнь. Всего вам самого наилучшего. И помните, что детки – это, наверное, самое лучшее, что есть в нашем мире. Детки – это наше поколение, детки – это наше будущее. И я не знаю, что бы мы делали без наших деток. Итак, дорогие мамочки, я надеюсь, что вы проведете этот день очень хорошо, что вас порадуют ваши дети, порадуют ваши близкие, ваши друзья, мужья, и также все ваши знакомые вас поздравят. Любите друг друга и оставайтесь всегда такими же прекрасными, и тогда все у вас будет. Мама – это первое слово, которое произносит малыш. Мама – это самое любящее сердце, это самые добрые и нежные руки. Признавайтесь мамам в любви, говорите им почаще приятные слова. Не ждите поводов, не ждите праздников, ведь пока с вами рядом мама, вы всегда будете под защитой ангела-хранителя. Пока с вами рядом мама, вы никогда не будете одиноки, у вас всегда будет опора и поддержка. Ведь в ее сердце бесконечно будет жить любовь, прощение и понимание. Дорогие мамочки, поздравляю вас с этим прекрасным днем. Пусть у вас по жизни будет только прямая дорога. Пусть вам всегда светит путеводная звезда. И пусть ваши детки будут всегда счастливы, здоровы и желательно рядом с вами. Мы вас очень сильно любим, ценим и никогда не забываем. Всем привет, это Алекс, мисс Футермелон Хейта, и я также хочу присоединиться к поздравлениям всех других девчоночек и поздравить всех мам с их днем, с днем матери. Также хотела бы поздравить всех мам, которые находятся на ютубе, те девчонки, которые также снимают видео, у них есть детки, у них много забот, но все же они успевают выкладывать видео на ютуб, заниматься собой и радовать нас своими видео. Поздравляю вас, девчонки, всего вам самого наилучшего, будьте сильны,
сильными, терпение вам. Я думаю, что это самое главное. Все мы знаем, что быть мамой — это очень трудно. Я тоже когда-то буду мамой. Не представляю, конечно, когда это будет, но все же это всех нас ждет. Самое главное, что бы я хотела сделать сегодня, это, конечно же, поздравить свою маму. Я обязательно ей позвоню и поздравлю ее с ее днем. К сожалению, я могу сделать это только по телефону, так как находимся мы на расстоянии просто огромном, в разных странах. И мне очень жаль, что я не могу ее обнять и сказать ей все это вживую. Но я думаю, ей будет приятно, даже если я позвоню. Так что любите своих мам, будьте с ними добрыми, не обижайте их никогда, потому что мама — это самое важное, что есть в нашей жизни. Это самый близкий человечек на свете, и ближе его вы не найдете нигде и никогда. Всех еще раз с праздником, и любите, и будьте любимыми. Привет, красавец! В День Матери я хочу поздравить вас от всей души и пожелать вам всего самого наилучшего. Любить, ценить, уважать, всегда лелеять наших любимых мамочек и всем-всем тем девушкам, которые уже мамы. Я хочу сказать большое спасибо за то, что вы сделали это чудо. Я очень вами восхищаюсь и очень горжусь тем, что вы произвели на свет новую жизнь. Вы большие-большие умницы. Пусть у вас все-все-все будет хорошо. Ну и передавайте привет своим мамам. Не забывайте никогда про них. Это самый-самый главный человек в нашей жизни, наша мама. Всех очень люблю и всего самого хорошего вам, светлого неба над головой, любви, тепла, радости и улыбок. Пока! Всем привет! Меня зовут Маргарита Стар Бэйби, я живу в России, в городе Гелец. И сегодня, в этот праздничный день, я хочу пожелать всем мамочкам, всем будущим мамочкам, чтобы их детки были, во-первых, здоровы, во-вторых, всегда-всегда счастливы. И еще, чтобы они всегда ценили и любили своих мам, чтобы они ценили тот труд, который каждый день для нас совершает мама, и тот подвиг, она отдает нам свою жизнь. Когда мы рождаемся, каждая мама посвящает себя своему ребенку безраздельно. Она ничего-ничего не просит взамен. И мне кажется, что это просто чудо, что есть в жизни такой человек, который никогда тебе не предаст, никогда не обманет, к которому можно подойти с любым вопросом, и она поможет тебе его решить. И никогда никому не расскажет твой секрет. И всегда ты для нее будешь самым лучшим, уникальным и единственным. Давайте сегодня, прямо сейчас, выключим это видео, когда его досмотрим до конца, подойдем к своим мамочкам и скажем: «Мама, ты у меня самая лучшая, я тебя очень люблю. Как хорошо, что моя мама именно ты». И пусть мама порадуется, что мы у нее такие замечательные, такие любящие. В общем, всем мамам здоровых, умных и красивых детей, чтобы все было замечательно, чтобы все получалось. А вы цените своих мам и не забывайте, что роднее и ближе никого у вас никогда не будет. Мамочки, с Днем Матери вас! Счастья вам и удачи! Я бы тоже хотела присоединиться ко всем поздравлениям ко Дню Матери. Я на самом деле вот в жизни как-то к этому празднику даже не знала, когда он, но когда мне предложили, я с удовольствием согласилась, потому что материнство несет в себе большой труд, большую ответственность, наверное. Это, наверное, одна из самых больших и тяжелых работ, которые выполняют женщины в своей жизни, потому что на самом деле перед ней стоит ответственность вырастить из вот такого человека личность и научить его всему и отправить, так скажем, в жизнь. Поэтому я поздравляю всех мамочек и желаю вам оставаться, главное, здоровыми, счастливыми, радовать своих близких. В общем-то, вот как-то так. День мамы отмечают во всем мире, и дети поздравляют матерей. Желаю мамам быть всегда любимыми, и чтоб со здоровьем было все окей. Девочки, те, кто уже мамы, кто собирается стать мамой, от всей души поздравляю вас, ваших мам, ваших теть, ваших сестер, ваших родных и близких мам с этим праздником.
Дорогие наши мамы, хочу от всей души вас поздравить с Днем Матери, пожелать вам всего самого наилучшего, огромной любви от всех ваших детей. И особенно-особенно хочу поздравить с этим праздником свою мамочку Ларису. Несмотря на то, что ты от меня на многие-многие тысячи километров, ты всегда в моем сердце, ты всегда рядом. Я на самом деле очень жду, когда ты уже наконец-то ко мне приедешь. Вот. Я надеюсь, что для всех вас этот день будет праздничным, волшебным. И я просто надеюсь, что ваши дети вас будут ценить сегодня и с каждым днем все больше и больше. Огромное вам спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что вы нас вырастили, за то, что вы нам привили уважение к окружающим, уважение к природе, уважение к себе. И огромное-огромное спасибо за ту любовь, которую вы нас обливали в детстве, когда мы были маленькими, и до сих пор за ту любовь, которую вы нам дарите. Спасибо вам огромное, наши дорогие мамы. Привет, мои дорогие! Жизнь каждого из нас начинается на руках наших мам, которые становятся для нас самым близким и родным человеком. Именно маме мы обязаны жизнью, семейным уютом и той нежностью и лаской, которую она нам дарит. С именем мамы у каждого из нас связаны самые дорогие и нежные воспоминания. Именно мама учит нас добру, окружает лаской и заботой. Мама может дать нам совет и поддержать в трудную минуту. Мама – это самый дорогой и близкий нам человек. Желаю всем мамочкам здоровья, счастья и благополучия. И, конечно, понимания со стороны своих детей. Пусть будут здоровы все те, кого вы любите и кто вам дорог. Мамочка, я тебя люблю.